Родился в Приморье, и там очень часто ходил в тайгу, и в возрасте 16 лет он вот решил, что, наверное, когда-то он переедет в тайгу и так и будет жить. И в 85-м году он осуществил свою мечту, вот ушел в лес, написал там книги, «Экология, синергетика», еще какие-то, которые там большую часть сжег. Ну и так, в общем-то, мои родители оказались в горах Алтая. Они хотели что-то, чего-то своего. И чего-то своего они добились, они живут в горах, им хорошо, им нормально вполне. Вот. Кто-то уезжает в деревню, а они пошли чуть дальше, они уехали совсем от людей. Ну и там была, может быть, причина, почему мы не уезжали обратно, когда уже я появился. То есть они хотели, чтобы у меня было, ну, чистое восприятие мира без той грязи, которую можно встретить там, грубо говоря, наркотики и прочие вот такие вот вещи.